Вот как будто бы сначала начинается судьба. У бетонного причала, у последнего столба. Здесь да не остались путь, здесь земля уже близка. Здесь косынку голубую я прищурившись искал. И забудутся едва ли эти несколько минут. Здесь меня когда-то ждали, а теперь уже не ждут. Белой пеной мягкой лавы бьются волны, а маяк. Я схожу к себе по трапу, я схожу к себе по трапу. Независимый моряк, но все время призывают отдаленные моря, все куда-то уплывают, выбирают якоря. Так и мы от чьих-то судеб, как от пирса отошли. Так от нас уходят люди, словно в море корабли. До свидания, дорогие, вам ни пуха, ни пера. Пусть вам встретятся другие, лишь попутные ветра. Что не намекаю, просто песенку пою. Что ты? Ни на что не намекаю, просто песенку пою, просто песенку пою, просто песенку пою. Пам-пам-пш. Проект «Песни нашего века». Мы традиционно благодарим всех участников концерта, руководителей проекта «Имена на все времена» и, конечно же, зал соборов Храма Христа Спасителя за гостеприимство. Мы благодарим режиссера видеоряда Ирину Алексееву, Игоря Каримова, а также съемочную группу Антона Шиловского, Юлию Кузнецову и продюсера нашего вечера Елену Булышникову. Мы приглашаем на сцену президента фонда памяти Юрия Висбора и по совместительству режиссера этого концерта Татьяну Висбор. Ребят, садитесь, я поговорю. Дело в том, что я 20 июня уже давно воспринимаю как Новый год. Это действительно праздник. Ну вот такой у нас получился, какой, что называется, есть. Немногие добрались до этого зала вовремя, но тем не менее все равно вы здесь, и это безумно приятно. Мне остается вас традиционно всех поблагодарить. Я бумажку себе написала, но чтобы было солидно, вот с папочкой тоже вышло. Значит, спасибо всем друзьям моего отца, его поклонникам, всем вам, дорогие мои, в этом зале и за его пределами. Во дворе в Сретенке сегодня тоже собрались. И спасибо за это Мише Дееву, организатору, бессменному руководителю этих прекрасных посиделок, которые заканчиваются далеко за полночь. Так что в Сретенский двор, совсем недалеко от метро Сухаревской, вы еще успеете. Безмерное мое спасибо ведущим сегодняшнего вечера Лиде Чебоксаровой и Леше Рассашанскому. Продюсеру Лене Булышниковой. Ире Алексеевой уже упомянутой. Огромное спасибо. Просто эти люди, с которыми мы созванивались, вы знаете, я так любимым своим не звонила, сколько раз я звонила за последний месяц вот этим замечательным людям. Я сейчас своими словами, чтобы вы понимали, что это действительно великий труд.
И действительно, когда ты работаешь 24/7, сценарий переписывается от готового до завершительного, окончательного, суперзавершительного, финального и так далее, и так далее. В общем, их, по-моему, было 9. Сегодня мы внесли последние правки. Просто маленький штрих. Это когда начинаешь, думаешь, что все уже потеряно, ты начинаешь судорожно брать телефон. Короче, я звоню в очередной раз продюсеру и говорю: «Лена, ты представляешь, я взяла пульт от телевизора и пытаюсь тебе дозвониться». Секундное молчание. И она отвечает: «И тебе удалось». Еще у меня почти личное, не могу не сказать. Огромное спасибо гитарным мастерам Павлу Десневу, Роману Лихачеву, стараниями которых создана первая небольшая партия авторских копий гитары моего отца. Процесс этот долгий и трудоемкий. И моя отдельная благодарность Андрею Клепычу и Евгению Васильеву за помощь в его осуществлении. Мне очень радостно, что папина гитара получила новое воплощение и новое звучание. Это правда классно. О дальнейшей судьбе гитар я обязуюсь сообщать в соцсетях. Наш вечер подошел к концу, но мы не прощаемся с вами. И мы надеемся, я очень надеюсь, что ровно через год мы снова соберемся этой же компанией. Думаю, что она еще прирастет людьми. И отметим юбилей моего отца. Ему бы исполнилось 90 лет. 90 лет Юрию Висбору. Я уже придумала рабочее название. Вот сейчас похлопайте, понравится вам или нет. «Вершины Висбора». Придете? Ну тогда я не прощаюсь. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится краб от крыла. Вот уж действительно пропасть меж нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где каких края встретишься со мною. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне подыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидает, представьте меня. Встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. До новой встречи! До новых встреч в день рождения Юрия Висбора!